Всем привет, с вами Drew Ladin's Family. С вами мировая хореография от Ichi Loco. Когда-то у нас был очень древний туториал по этой хореографии, в принципе, вы можете его найти на канале, но очень много кто писал, что некоторые движения не похожи, что-то непонятно, и у нас проходил недавно мастер-класс повторный по этой хореографии. Я решила спустя долгое время переснять этот туториал и надеюсь, что он будет более внятным, более понятный и также более похожий визуально. Так как я не Ichi, танцую по-своему, но очень постаралась пластику повторить. Поехали! Итак, мы будем начинать с того, что ножки у нас будут вместе, ручки за собой убраны, это наша стартовая позиция. Дальше у нас по очереди правая, левая ножка выходит вперед, и мы в этот момент вытаскиваем ручки таким образом, чтобы ладошки у нас были направлены в потолок, и указательные пальчики растопырены вместе с большими в стороны. Еще раз были здесь, делаем раз, два перед собой. Дальше мы распрыгиваемся в широкое положение. Левая рука у нас находится здесь перед собой, правая рука тоже будет раскрыта, и она будет закрываться перед лицом, пам-пам, два раза. Кулак у нас будет двигаться. Эта рука неподвижна, и голова будет опускаться чуть-чуть влево, вправо, влево, вправо. Вместе с этим работает правая ножка, она коленкой будет забиваться вовнутрь, раскрываться вовнутрь, и дальше будет следующий у нас акцент бедрами. Еще раз, были здесь, делаем 7, 8 и 1 и 2. У вас постоянно должно движение продолжаться, то есть нет такого, что вы здесь зафиксировались, и это точка, потом раскрылись, точка. У вас постоянно идет такое более волнистое положение. Пам, пам, жух, будем дальше раскрываться. Здесь четко ловим именно ритмический рисунок, вечер, извиняюсь, именно на биты будем делать эти движения. Раз закрытие, два раскрытия. То есть это не на текст идет, это не на раз, два, три, четыре, это именно на биты. Щелк сюда, щелк, и дальше мы подключаемся в следующее положение. Бедра у нас по кругу справа налево уходят, вместе с этим будет работать голова. У нас часто будет встречаться это положение, когда голова вместе с бедрами в одно положение уходит. Они, получаются справа налево работают таким образом, и руки у нас уходят к голове, мы запрокидываем вместе с головой ручки, и локти у нас четко смотрят в стороны. Доходим до левой стороны, и здесь быстро у нас подставляется правая и левая в конце. Дальше у нас будет еще небольшая пауза здесь, когда мы начинаем с вами этот круг бедрами и возвращаемся на центр примерно. У нас доводится круг двумя акцентами, то есть я поднимаюсь на носочки, делаю пяточки раз, пяточки два. Руки все еще здесь, и вы приходите в более ровное положение головой. Еще раз смотрим. Мы были с вами здесь. Раз закрытие, два закрытия, вжу за себя, и дальше здесь на слова. Бит, бит. После этого мы делаем вжух, пам. Здесь, в этот момент, когда мы поставляем правую с левой вместе, разворачиваемся полностью в правую сторону корпусом, голова у нас будет отворачиваться вообще полностью от центра и возвращаться на исходное положение, рука в этот момент делает такой замах, вжух, пам. Правая рука нам не мешается, не болтается, не отвлекает зрителя от движения. Угу. Еще раз, были здесь. 7, 8, распрыгнулись, щелк, и щелк, вжух, бит, бит, пам-пам. Дальше, когда мы развернули голову на центр, здесь у нас на такт идут руки, вжух, мы соединяем с вами лопатки вместе, и вот такое положение получается на центр, и дальше будем забивать наши ручки вовнутрь. Здесь не нужно будет работать кистями, здесь у вас заморожена, грубо говоря, так рука, и от локтя мы будем работать суставом, то есть не отсюда, а от нашего локтя. Она будет три раза, то есть я делаю раз вовнутрь, два, три, раз, два, три, вместе с этим грудной отдел. Вышел у нас вперед, поскольку мы с вами ручки ввели назад, и вовнутрь, вовнутрь, вовнутрь. Вместе с этим, как вы могли заметить, если не заметили ничего страшного, мы с вами опускаем руки все ниже и ниже с каждым разом, то есть меняем уровень. Раз, два, три. В этот момент девочки, если я не ошибаюсь, переходят вперед. И, в принципе, здесь будут некоторые моменты, которые должны быть в перестроении, но, опять же, я одна, поэтому я буду делать все на месте. Мы с вами сделали раз, два, три. На четвертую должны распрыгнуться на центр. Вжух. И здесь, если вы за соло, там
стоит девочка и поправляет себе волосы, дальше переходит со всеми на следующий кусочек. Если у вас нет соло, ручки перед собой складываем таким образом, чтобы закрыть себе рот, и у вас немножко может быть акцент головой, но мы не делаем запрокидывание головы по кругу. Это делает солистка, если ей вздумается. А мы с вами делаем только бедрами и более статичное положение наверху. Локти можно чуть-чуть сделать более согнутыми, но опять же они должны быть четко в стороны. Здесь у нас, когда мы распрыгнулись, бедра работают слева направо. И дальше, когда вправо уходят бедра, мы доделаем как бы кружочек, и у нас выскакивает сюда на шорк правая ножка. То есть вжух, петля, пам. Мы якобы с вами что-то встряхнули ножкой и подставляем ее снова на исходное положение, но будем опускаться вниз, и вес у нас будет на правом бедре. Пам! Вот такое положение у нас должно здесь произойти. По рукам мы были вот здесь, вот здесь, да. И дальше, когда у нас происходит шорк, мы подготавливаем ручки на следующее движение. Пам! Они просто у нас идут в голове, растопыренные пальчики наверху. Жух! Когда мы делаем присед, пам! Опускание вниз, у нас руки проворачиваются таким образом, чтобы правая рука вышла чуть вперед, а левая назад. Вы должны аккуратно их проворачивать, как будто у вас такой прям шар, ну, ваша голова в нашем случае. И вы аккуратненько ее стараетесь как бы с каждой стороны погладить, что спереди, что сзади. Мы с вами вообще по идее здесь как бы корону показываем, но опять же движение может быть очень по-разному визуально. И если вы будете как-то очень напряженно держать руки, они могут очень странно смотреться. Если вдали будете держать руки, тоже будет странно смотреться. То есть должны вы, по идее, касаться головы и аккуратно прям проводить сам силуэт вашего черепа. Вжух, вжух, вжух. Да, то есть прям аккуратненько стараемся все это сделать естественным движением. Дальше мы меняем с вами бедра в другую сторону, на этом же уровне, и ручки проворачиваются, меняются местами. Затем руки снова то же самое движение делают, мы разворачиваемся с вами в правую сторону, но вырастаем на носочки, и вы должны в этот момент, базовые кости по очереди делают вот таким вот образом на центр проворот. То есть, грубо говоря, виляем хвостиком, вот такое даже положение. Не из стороны в сторону, а таким полукругом. Вот такой разворот должен быть у вас. Угу. Если у вас какая-то пышная юбка, это вообще будет классно смотреться движение. Пам! Раз я сделала, внизу два, дальше наверху три. В этот момент в оригинале они переходят еще. Четыре, также наверху, дальше пять вниз, шесть. И снова возвращаемся 7 наверх, но мы не делаем в левую сторону последний акцент 8. Мы здесь прерываемся, уходим вниз. У нас начинается медленный присед, проворот рук. Запрокидывается голова, бедра уходят. И мы вырастаем здесь медленно в конце, грубо говоря, на этот 8-й счет, который мы с вами пропустили в начале. Еще раз я сделала шорк. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 раз. И красиво закончили здесь. Дальше ручки у вас делают движение к себе через стороны, как будто загребаем что-то. Вжух вышли, ушли через такое же положение в стороны. И дальше перед собой более плоское положение. Пам-пам. Два раза их делаем таким вот акцентом накрест. Угу. Еще раз. К себе. На место, пум-пум. И снова у нас ушли они в сторону. Давайте еще раз сначала. Здесь были, сделали 7-8. Распрыгнулись. Раз, два, вжух за голову. Пум-пум. Акцент. И раз, два, три. Вжух. Шорк. Вниз, вниз, наверх. Наверх, вниз, вниз, наверх. Пам. Пам, к себе вжух, раскрыли, тан-тан. Здесь будет все на текст, вот эти вот последние ручки. И у девочек переход по оригиналу, я просто переступаю с ножки на ножку на месте. Дальше движение следующее будет в разные стороны. Давайте разберем сначала в ту, которую я чаще всего делаю. Я должна развернуться немножко в диагональ, так, чтобы у меня правая ножка здесь работала, мы будем ее отрывать от пола, и затем возвращаться на исходное положение на центр. Руки последний раз были вот здесь, и нам их нужно здесь и оставить. Мы работаем от локтя, проворачиваем в кулаках вот таким вот образом ручки. Угу. Сильно амплитудный кружочек делать не нужен, да, от локтей работаем. И внизу они находятся. Здесь я грудной отдел вывожу вперед, как бы на вдох. И дальше выдох, пам. Вдох, выдох, пам.
То есть по два движения у вас должно быть и грудным отделом, и руками. И тан-тан, и тан-тан, и тан-тан. Сделали. И раз-два, оторвала ножку, и раз-два. Дальше я отрываю также ножку, но возвращаю ее вот таким образом на центр. И руки у вас должны повернуться следующим образом. Вот такую картинку. У всех будет здесь уже одинаково. Давайте вернемся в начало, я покажу сразу другую сторону. Здесь также ручки мы уводим в стороны и делаем абсолютно то же самое. И раз-два, и раз-два, вжух. Теперь я поставляю левую ножку на центр, руки абсолютно в такую же позицию должны прийти. У нас растопырены красиво веером пальчики на обеих руках. И мы будем работать правым плечом. Оно у нас два раза идет тык-тык. Именно старайтесь его на центр выводить, как будто вас взяли вот так, хоп, и потянули сюда. Раз, два, раз. После этого руки будут меняться местами. Левая будет уходить просто вдоль тела, правая будет выходить перед собой, вжух, и пальчиком показывать вниз. Доводим руку примерно до грудного отдела, сильно вниз не уводите. Пам! И отсюда будем вступать на следующее движение. По ножкам. Мы с вами закончили вот здесь. Мы последний раз либо эту подставили ножку, либо противоположную, в зависимости от стороны вашей. И здесь мы должны увести вес больше на правую ножку, и левую нужно будет оторвать от пола в момент ударов. Тун-тун, пум-тун, вжух. То есть еще раз. Тун-тун, пам-пум-пам. И на последний приход ножки сюда вы меняете руки. Пам. У меня голова должна уйти в левую сторону, чтобы вы рукой себе ее не закрыли. Была я здесь, допустим, раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь сюда ушла, вжух. У вас ножка просто отрывается от пола, ее не нужно как-то проворачивать, носочек выводить, просто ее отрываете от пола и пытаетесь именно плечиком, грубо говоря, идти к коленке навстречу. Тун, ту-дун, такое. Если боком, вот такое положение у вас, немножко спинка должна запрокидываться назад. Пум-пум. Угу. А корпус вперед. Мы с вами сделали последний раз сюда. Солистка там делает немножко другие движения. Мы пока за общую партию. После этого уводим также наши ручки и делаем полукруг слева направо. Приседаем, вжух вместе с бедрами. И дальше та же самая петля, делаем шорк. Руки у нас готовятся наверху и делаем то же самое. Вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх. Провернули на два счета и дальше меняется положение. Мы подставляем ножки вместе, ручки идут накрест, указательными пальчиками на плечики показываем. И снова на плечики, только ручки рассоединяются в стороны свои. После этого распрыгиваемся в широкое положение, вместе с этим руки уходят вниз, и вы делаете мягкие здесь кулаки. И дальше отдельный акцент. Тан, тан, тан. Еще раз я сделала бит сюда затяжкой, дальше бит еще один и сразу вниз, голову опускаю, ножки собираю вместе, группируюсь в общем. То есть вот такое положение у вас должно быть. И здесь главное поймать равновесие и красиво выйти на центр. Мы здесь будем с вами волосы все убирать назад, руки уводить вдоль тела. Кто-то там красиво одну ручку оставляет, то есть как-то это обыграть. И сразу готовите на подъем, на шаг правую ножку, будем шагать вперед. Угу. Еще раз, давайте с вот этого положения. Пам! Пам, та-та-да-тан, жух, и жух, и вниз, вниз, наверх, пам, тан-тан, бум-бум, акцент, жух. Давайте еще раз соединим все с самого начала и приступим к последней третьей части. Мы стояли с вами здесь 7, 8, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь, и жух. Едем дальше. Здесь остановились, сделали шаг первый, шаг второй накрест. Здесь можете немножко проворачивать плечи в противоположную сторону от ножки, чтобы было визуально красивше.
Дальше мы распрыгиваемся на широкие ножки. И здесь, если мы за солистку, то у нас отдельно выходит рука пистолетиком. Дальше мы запрокидываем голову в левую сторону и делаем два раза тык-тык. После этого у всех одинаково идет движение. Если у вас здесь нету соло, вы распрыгнулись и просто ждете. Красиво здесь вдоль тела, ручки опущены. Дальше лего, лего, там будет. Мы с вами делаем провороты. У нас ручки идут в голове, мы делаем раз кружочек и снова голова вместе с бедрами. Дальше два и самый последний быстрый, но самый широкий, три. И опускаемся вниз, то есть я корпусом все ниже и ниже. Четко локти в стороны, бедра должны остаться с правой стороны, голова тоже немножко в правую сторону. И делаем только бедрами. Лево, право, лево. И дальше должны, по идее, вернуться вправо, но мы с вами собираем ножки вместе, пам-пам, на центр. Ручки в этот момент будут выскакивать от нас и идти к голове мягкими кулаками, тыльная сторона смотрит на центр. Уходим в правую сторону на широкое положение ног, примерно на уровне плеч. Здесь ручки растопыриваем снова нашу корону и делаем первый акцент. Правая рука назад, левая вперед. Немножко голова у нас идет сюда в бок, и вы можете здесь присесть и помогать себе выводом бедер из стороны в сторону и одну коленку постоянно разворачивать вот таким вот образом. Сделали раз, дальше два, три, четыре. Здесь небольшая пауза, точка, и вводим полукруг, большой, томный здесь. Это последнее завершающее движение. По некоторым моментам в плане головы. Здесь четко увели в сторону, дальше на центр голова, и у нас прокручиваются только руки и только бедра. Раз, два, и на последние три снова голова идет немножко в сторону и идет по кружочку слева направо. Также еще вы можете помогать грудным отделом, который тоже может выходить из стороны в сторону, то есть вперед-назад, вперед-назад, вовнутрь, как вам здесь удобно. Поиграйте с этим движением. Последний сделали сюда, заключительный вжух. И я на самом видео вначале прям такую яркую точку здесь делала, они не так сильно ее выделяют. Окей, давайте еще раз соберем последнюю часть под счет и затем все с самого начала вместе. Мы стояли с вами, вот здесь вот были. Шаг, раз. Шаг, два, распрыгнулись. Пам, пистолетик, вжух, голова, тун-тун, та-дам, та-дам, вжух, пам, пам-па-бам, пам, тан-та-дан, та-дан, та-дан, тан, вжух, ту-ду-тун. Доводите прямо вместе с головой бедро, и затем у них последняя, там уже следующая часть идет. Давайте все соберем с самого начала. Мы стояли ножки вместе, ручки за головой. 7, 8, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, и семь, и восемь, и вжух, раз, два, три, четыре, и пам-пам-па-бам-па-бам-па-бам, раз, два, три и четыре и пам паба пабам пабам пам жух туру-тун. Мы с вами все разобрали, давайте соединим под 50, 70, 85 и 100%. Я постаралась очень подробно подойти к хореографии, надеюсь, намного лучше получилось спустя столько времени. Yeah.
yeah, that you know.